Привет, с вами Лунная Дракониха, и добро пожаловать на мой канал. Итак, сегодня у нас будут мега клевые новости. И также, почему я делаю это видео? Так вот, все слили новые фигурки по КПД. Некоторые из них уже можно купить, какие-то еще не в продаже, но при этом уже мы можем на них посмотреть. И давайте же разберем эти новинки. Ну что ж, погнали! Итак, давайте начнем вот с этих вот загадочных баночек, коробочек, упаковочек, и я не знаю, как это называется. Так вот, здесь у нас в каждом, как бы, сюрпризе есть один дракончик. Он не совсем маленький, как я понимаю, это что-то среднего размера, но они невероятные милашки. И, кстати, их уже можно купить на eBay, это как отдельные сюрпризы продаются. И, как я понимаю, в этих упаковочках есть яйцо. А из этого яйца вылупляется уже сам дракончик. И, кстати, на упаковке вот немножко нарисован этот процесс. Интересно, насколько клёво это все выглядит как бы в жизни. И здесь, как я ранее сказала, мы можем видеть уже распакованные фигурки. Это невероятно милая ДФшка и Беззубик. И они уже в таких вот яйцах или скорлупках. И также выше тоже мы видим фигурки. Возможно, это уже вся коллекция. Может быть, их всего 5, может быть, их больше, может быть, будут еще серии. Но пока что это что-то мега клевое. Вообще шикарные фигурки. Было бы клево, если сделали еще какие-то фигурки, но пока что я в сети увидела только такое фото, где часть распакованных. Далее мы переходим к еще одной, ну, очень топовой новинке. Хотя, знаете, возможно, эти наборы это уже не совсем что-то новое, ведь мы уже видели такого же Беззубика, только в другой упаковке и с другим наполнением. Но все же, как бы, это усовершенствованная версия, хотя уже сколько таких Беззубиков сделали. Ну да ладно. Здесь мы видим такого же Беззубика, как и был в комплекте по серии «Скрытый мир». Там был всадник, дракон, стрела, аксессуары, ну, в общем, все такое. Но здесь-то у нас этот Беззубик еще и цвет меняет. И причем это не тот Беззубик, у которого полоски, и он светится под ультрафиолетом. Это Беззубик, который меняет цвет от... А чего он меняет цвет? В общем, пока что еще ничего не понятно, но в комплекте есть какая-то упаковочка. И потом из этой упаковочки что-то достается, что-то там нагревается. И у него на крыльях показаны такие синие разводы. Интересно, насколько это эффектно, но прикольно. Только жаль, что не сделали какого-то нового Беззубика, а в эту коробку впихнули Беззубика, который уже ранее продавался. Но все равно его усовершенствовали, возможно, его функция, так скажем, его свойства очень клевые, и это выглядит очень эффектно. Но вот как это на упаковке нарисовано, мне кажется, что это что-то вообще топовое будет. Далее мы видим Кривоклыка из серии «Дракон и всадник». Но не просто Кривоклыка, у него измененные крылья. Вот у него на крыльях уже нету вот такого рисунка в виде пятнышек. А у этого Кривоклыка они были. Здесь их как бы убрали, но, возможно, это в связи с его функцией, как бы, пятнышек не должно быть. И это тоже Кривоклык из серии драконов, меняющих цвет. Как бы, я думаю, что здесь все аналогично. И, кстати, наполнение, помимо такой вот упаковочки, тоже одинаковое, что и было у серии «Дракон и всадник». Далее у нас идет дневная фурия, также меняющая цвет, и, по-моему, эта ДФшка точно такая же, как и была ранее. Интересно, машет ли она крыльями, как бы, оставили ли эту функцию, надеюсь, что да. Итак, прежде чем я вам покажу следующую новинку, обязательно поставьте лайк, так как этот набор точно стоит вашего лайка, ведь это невероятная пушка. Итак, я надеюсь, что вы готовы это увидеть. Вот я, когда это увидела, я была в таком шоке. И я до сих пор нахожусь в шоке, что сделали такой набор, ведь многие даже этого хотели. Итак, я надеюсь, что вы готовы. И если вы готовы, то давайте начинать. И здесь у нас отдельный набор с черносветами. И причем это не просто черносвета, а маленькие фигурки. Это очень даже крупные фигурки, полный комплект черносветов. Возможно, они будут подвижны, то есть, может быть, голова будет двигаться, там ножки. И эти фигурки пластиковые, может быть, с резиновыми элементами. И как же это клёво! То есть, сделали полноценных больших ночных сияний. А как многие уже знают, существуют очень маленькие версии ночных сияний, как раз-таки из пакетиков. Есть ночные сияния, которые меняют цвет, они тоже вышли не так давно. И тут мы видим вот эту бомбовую новинку.
где все три черносвета, причем они большие. Как по мне, самое клевое, что эти черносветики находятся в разных позах, тут весь комплект, и они достаточно реалистичные. Только вот у белого черносветика, я ее буду называть Стефани, это версия имен от Фанка, у нее полностью белое тело, то есть на ней пока что нету никаких черных элементов, хотя как бы в мультике она не совсем беленькая, на ней есть черные элементы. Неизвестно, почему их не сделали, но да ладно. Хотя в оригинале у нее должны быть черные ушки, шипчики, на голове тоже черного цвета, и хвостик должен быть черный, то есть его половинки. Но здесь все полностью белое. Но, возможно, эту ошибку исправят, и Стефани будет выглядеть доделана, то есть со всеми черными элементами. И мне безумно нравится этот набор вечерносветики здесь. Они большие, клевые, милые. И, по-моему, это самая лучшая версия черносветов, которая только была. Ну и на этом все. С вами была Лунная Дракониха. Не забывай поставить лайк, подписаться на канал, а также нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать ни одного нового видео. Также пиши в комментариях, какой набор тебе понравился больше всего и почему. Будет очень интересно почитать. Всем пока!